Что? Антошка с папой идет на железную дорогу, да, детскую? Вот здание вокзала, да, детской белорусской железной дороги имени Заслонова, да? И Антошка идет кататься на поезде с папой, с мамой. Вот какое красивое здание детской железной дороги. Дитячая чыгунка. Незалежности 86. Сережа, бери за руку. За ручку бери. Идем покупать билетики на детский поезд. Вот и поезд какой-то стоит уже, ждет. Ну иди покупай. Все, сейчас отправляется уже поезд, пойдем билеты покупать. Да, Антошка, пошли быстрее в кассу. Билетная касса. Выход до поездов. А в туалет можно сказать, насколько у нас? Насколько? О, видишь, дети, машинисты. И проводники, и все детки. Ух ты, смотри, Антоша, паровозик. Насколько у нас, Сережа? Антоша, нравится тебе? Видишь, там паровозик ходит. Видишь паровозик? Тут. Сережа, расстегни. Ну пусть посмотрит. Курточку. Смотри, с горочки, с мостика едет. Видишь, какие вагончики? Товарный поезд называется. Товарный поезд. А вон пассажирский прибыл. Видишь, прибыл пассажирский? Пассажирский прибыл. Синенький — это пассажирский. Тебе нравится? Ту-ту-ту. Видишь, сколько паровозиков? Это пассажирский синий. Синий. Вот это да. Видишь, как красиво. Иди смотри, входи вокруг. Ой, автобус, смотри, на остановке автобус стоит белый, вот. А смотри, вот коровки, коники пасятся, овечки. Машины тут есть. Смотри, а вон мост есть. А вот еще
сейчас поедет сюда паровоз. Смотри, по мостику сейчас поедет. Беги сюда, смотри. Смотри, по мосту едет. Ну и беги, беги за паровозиком, беги. Бегите за паровозиком. Аккуратненько. Аккуратненько, аккуратненько. Где пассажирский? Это товарный опять едет. А пассажирский куда уехал? А вон он, пассажирский под мостом пойдет, смотри. Пассажирский под мостом. Так что, а можно на любом ехать? Да. На поехал в паровоз. Да, под мостик. Под мостик поехал. Да, а этот на мостик вот поехал. Товарный поезд. Это товарный называется. Еще поезд не прибыл на платформу, красный свет горит. Через 15 минут будет. Сегодня такая погода, то дождь, то солнце у нас. Вот, подходит поезд уже, да, Антоша? Поезд, так, Антоша, иди ко мне ближе. Иди ко мне сюда, остановись. Все детки ждут, да? И мы ждем. И папа сейчас подойдет. Вон папа наш идет, смотри, вон он идет. Видишь, объявляют поезд. Пойдем билеты предъявлять. Все по-настоящему. Все по-настоящему, Антон. Какой у нас вагон? Ну, пошли в любой вагон. Пойдем. Станция Заслонова, да? Видишь, выходят детки с мамами. Вот, давай, Антоша, билетик пусть он дает. Иди, давай, предъявляй билетики. Выйдут, да, сначала? Сейчас. Сейчас один. Иди, предъявляй билетик, сынок. Иди, иди, не бойся мальчикам, проводникам. Ну-ну-ну, не бойся, предъявляй, иди в очередь становись. Но он не понимает. Помоги ему, что ты. Предъявляй билетик. Возьмите. Заходим. Ого, как тут. Видишь песен? Садись, иди там, где 4. Антоша сел?
красивая песенка? Сейчас поедем, да? Сейчас будем отъезжать, да? Покажи билетик. Вот билет, скажи, вот мой билет. Туда можно выбросить, выброси билет. Нельзя пока. Это для другого мусора, да? Не включим. Класс. Нравится? Видишь, там парк Челюскинцев на той стороне, где деревья. Сосновый бор, да? Вдыхай воздух, Антоша. А, какой воздух. Ты пить хочешь? Нет? Застегни его хоть. Ух ты, какой воздух тут. 5 минут стоянка. Нельзя сильно близко к поезду подходить. Это же настоящий, только маленький. Да, только маленький, детский. Антоша, смотри, какая совушка-сова там сидит. Антоша, где твой микрофон? Доставай микрофон, будем петь. Что? Ну, петь будем, на сцену уже зашли. Нету микрофона, ну давай просто так петь. Что? Что? А, где песок? Ну, тут нету песка. Это сцена такая, надо петь, давай, танцуй, пой. А Сережа, держи. Что там у тебя чешется? Приготовь билет, сейчас будешь подавать дяде Канду, этому проводнику.
мальчику-проводнику. Сейчас он подойдет и тебя проверит. А ты ему покажешь. Вот мой билет. Видишь, ему так интересно, уже все посмотрим. Ого, так быстро мчимся, да? Билетик показывай. Билеты. Билеты. Все, проверили. Нельзя нажимать, надо. Так это белорусская чугунка, да, детская? Да. Смотри, под мост сейчас поедет. Антоша, пока-пока. Маши пока-пока мальчикам. Маши. Маши пока-пока. Маши, Антоша. Маши, Маши. Мальчик там махал ему за. Пока-пока, поезд. Скажи, я приеду как-нибудь покатаюсь.